Рендики, вы, наверное, были заинтригованы, увидев вот этот пост в инстаграме у Алуа Конаровой. Таким образом, продюсер решила создать завесу тайны, но получился только переполох среди подписчиков. Нам же глава Ringo World пояснила, что это всего лишь неудачное фото. Его, кстати, было решено заменить на вот это, и становится понятно, как будет называться новый трек от группы Renzo. На песню «Кара» уже через несколько дней ребята начнут снимать клип. Осталось дождаться, когда танцоры, которые будут задействованы в видео, вернутся с гастролей. Официальный старт начала съемок назначен на 5 апреля, а вот уже к середине месяца клип планируется презентовать. А мы напомним, что Renzo запланировали нечто действительно грандиозное. Оттого и съемочных дней будет два. Судя по всему, ожидать нужно не только отличной хореографии, но и определенного сюжета. Правда, какого, Алуа рассказывать не стала. Так что нам остается только ждать.